первый раз в первый класс. Дети идут в школу, взрослые ломают голову, как обеспечить их всем необходимым. Предприятие «Мотор Сич» помогает родителям первоклашек подготовить детей к учебному году. Об этом в следующем сюжете. Сейчас для многих родителей, чьи дети 1 сентября пойдут в школу, купить все необходимое для учебы – это немалая и чуть ли не основная статья расходов в семейном бюджете. Выбором формы, портфелей, пеналов, дневников, тетрадок и прочих школьных принадлежностей заняты все родители будущих первоклашек. На «Мотор Сичи» почти 500 детишек-сотрудников предприятия переступят школьный порог и сядут за парты. Для того, чтобы разгрузить финансовую нагрузку, каждому такому родителю предоставили приятный бонус – 1000 гривен. Такая программа более 10 лет помогает родителям первоклашек. Это достаточно большая помощь, весомая помощь семьям в это нелегкое время. Это событие показывает, как руководство предприятия и профсоюзный комитет относятся не только к работникам, но и к членам их семей. Да, то есть этим событием наше предприятие пытается сохранить или создать некий такой трудовой дух моторовский, который помогает и в работе, и в жизни. У меня идет первый класс, младшая дочечка, зовут Варвара. Я считаю, что это, так сказать, хорошее подспорье в смету расходов первоклассника. Вот, поэтому, тем более, девочка, бантики, юбочки, кофточки, мне кажется, это как бы вроде еще больше усиливает эти, вернее, увеличивает расходы, поэтому спасибо большое предприятию за участие в жизни наших первоклашек. Ни для кого не секрет, что собрать сейчас первоклассника в школу – это достаточно ощутимая сумма для родителей. У меня сын Егор, он идет в первый класс 12-й школы. Ему приятно будет получить какой-то подарок, конечно же, не в виде денежной суммы, а в виде какого-то, ну, школьного, скажем так, принадлежности от предприятия, на котором работают родители. Родители первоклашек говорят, приятно получать такую помощь за целый месяц до начала учебы. Времени много собрать ребенка в школу и подготовить его к учебе, чтобы он чувствовал себя комфортно. На предприятии «Мотор Сич» это важная, неотъемлемая часть коллективного договора. Ведь о детях сотрудников заботятся, кроме прочего, и в один из самых ответственных и волнительных моментов накануне 1 сентября.